День шестой на ралли-рейде «Шелковый путь». Сегодня гонщикам предстояло пройти 821 километр на отрезке от столицы Казахстана, Астаны, до города Балхаш, стоящего на берегу одноименного озера. К слову, сам этап получил название «Красоты Семиречья». Конкуренцию россиянам этим утром смог составить голландец Мартен Ван ден Брик на Рено, победивший на пятом этапе. На 9 минут позже прибыл на финиш черный капотник Эдуарда Николаева. Третьим стал также челнинец Антон Шибалов, почти на 6 минут опередивший белорусов на МАЗе. Места с 5 по 7 у КАМАЗа. В общем же зачете по итогам 6 дней расклад теперь такой. Лидером с преимуществом почти в 12 минут остается Николаев. А на второе место благодаря сегодняшней победе смог подняться представитель Нидерландов, сместивший Андрея Каргинова на третью позицию. Следующие 4 также за челнинскими большегрузами, в числе которых и замыкающий семерку сильнейших российско-китайский экипаж КАМАЗ-мастера.